Во время поисковых работ на местах боев в Лаукском районе Республики Карелия в августе 2016 года были найдены останки военнослужащих нашей армии. Все солдаты погибли в ходе наступательной операции весной 42-го. Среди личных вещей бойцов нашли и именной медальон сочинца Григория Некрасова, который значился пропавшим без вести. Мы хотим погрузить детей в эту удивительную историю, рассказать, так как эти дети будут 9 числа принимать участие в захоронении останков нашего героя Григория Некрасова. В День Героев Отечества на мемориальном комплексе в Завокзальном районе состоится церемония захоронения останков нашего земляка, который в свое время работал машинистом-дизелистом сочинских электросетей, но, имея бронь, ушел на фронт. Это на самом деле будет резонансным событием. Дань памяти тем людям, которые защищали нашу страну, выражается одной фразой: «Война не окончена, пока не захоронен последний солдат». Почтить память героя на церемонию захоронения останков Григория Некрасова из Ростова-на-Дону приедут и найденные родственники солдата. Это внучатый племянник со своим сыном. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.